Сейчас мы вам покажем полный процесс сборки нашей мойки. Неважно, что, зачем мы будем устанавливать, покажем все это в ускоренном варианте. Устанавливаем гибкие шланги. Мы сейчас сильно закручивать не будем, только сделаем вид. Резинки, уплотнительные кольца должны остаться внутри. Все, идеально встает. Далее. Все, сейчас мы пока затягивать это дело не будем. Пожалуйста, если у нас клей не должен на конце закрутиться. Нет, сейчас объясню почему. А, все. Но они изначально должны быть чуть-чуть откручены, и они затягиваются вот таким вот образом. Делаем специально. Так, далее. Многие говорят, что шланг у нас не поднимается, ну, потому что нужно устанавливать утяжелитель обязательно, без него как бы, ну, он у вас не спустится, конечно же. Это уже по месту смотрите, как, куда будет вам удобнее установить его. Сейчас мы для вида его только ставим. Все идеально заходит у него. Нет такого, что он там где-то не зайдет. Главное, чтобы он хорошо свисал и нигде не тормозился. Так, это соответственно мы устанавливаем клапанам, которые идут в комплекте. Так, подача горячей воды у нас одна, соответственно, клапан горячей воды мы подключаем к горячей воде и, соответственно, к трубе. Клапан холодной воды сюда. Сюда сейчас мы подключим мойку для стаканов и, соответственно, тоже к трубе. Так, мойку для стаканов можно устанавливать куда угодно. Давайте, например, поставим ее сюда, да. Далее ставим резиночку. И закручиваем все это дело. Резинку снизу ставим. Мягкий шланг закрутили. Подключили также сюда. И, соответственно, это все дело уже в трубу. Далее устанавливаем краник. Для фильтрации воды, ну тут тоже как бы проще некуда. Так, берем краник. Оп. Далее устанавливаем его. Также прокладочка снизу, сверху там уже есть вся прокладка. Все дело. И, соответственно, эта штучка для шланга специального, переходничок. Кстати, от смесителя этот шланг подключаем к этому. Оп, все. Вытаскивается он нажатием. Оп.
защелкивается. Все очень просто. Главное, чтобы у вас утяжелитель стоял в правильном месте, чтобы он полностью его затягивал вовнутрь. Так, и до завтра остается у нас. Все очень легко и просто. Вот это уже сверху ставится, потому что здесь мягкая такая. Ставим мы трубочку внутрь. Оп, все, готово. Чтобы не протекало ничего. Нет. Все, будет работать. И сушка для ножей. Так, прокладочка устанавливается вот сюда. Теперь покажем, как собирается сифон. Все супер просто и очень быстро, и интуитивно. Так. Штука устанавливается. Ведерочка для мусора сюда, это закрывашка. Пока убираем в сторону. Откручиваем. Верхняя прокладка белая сверху, это ставится с той стороны. Устанавливаем в отверстие. И закручиваем снизу. Правильно устанавливаем и сильно закручиваем. Но не через всю. Далее, сам сифон. Все очень просто. Кладем сюда прокладку. Вот сюда прокладочку и закручиваем сюда, сюда. Далее это мы устанавливаем, соответственно, с этой стороны. Все, можно сказать, поставили, закручивать опять же не будем. Это у нас слив устанавливается дело. Это у нас боковой слив. Устанавливается сюда вот таким вот образом, прокладка с этой стороны, болтиком с той стороны, просто закручиваете и все. Сейчас закручивать не будем уж. Дальше трубочка сюда. Давай, Андрей, вниз теперь показывай. Соответственно, сюда еще один слив. Вот они, сюда два кольца ставятся уплотнительных. Одно раз и второе. И потом уже все это дело вовнутрь вставляется. Никаких герметиков, ничего не надо. Оп, все. Отлично. Вот и все. Полная сборка. Минут за 15 можно собрать ее.